Всем привет, с вами Джага. Мы продолжаем играть Magic 2014. На этот раз кампания дополнения. И у нас там как бы уже первый мир пройденный. Второй мир Равника, опять Равника. Первый бой. Безумие колдуна. Окей. Наша старая добрая колода. Так, три земли вроде, ну, маловато, но потянет. Блин, ни одного хорошего заклинания. Ладно, попробуем так. Он сразу начинает вот просто так, даже не дожидаясь моего хода. Лучи смиренных. Если лучи смиренных находятся в вашей начальной руке, вы можете начать партию с ними на поле битвы. Фишки существ получают +1/+1. Фишки плохо, потому что у них колода построена именно на создание фишек. Фишек существ. Их всяческой поддержки. Ну, хорошо, клыкач. 3-3. 3-3. Какую-нибудь ауру модную. Или охоту на слабых, или уничтожение. Ну, вот это вот, которое существа напрямую могут уничтожать других. Драконий корм. Пожалуйста, две фишки. 1-1 красный гоблин, который становится 2-2 благодаря вот этой штуке. Ну ладно, пока терпимо. Священный волк. Порчеустойчивость. Вот чего-чего, а тут каких-нибудь порч насылать он не будет. Атака. Атаковать-то в принципе можно. Ну, мы просто потеряем существо. Ну давайте. Вдруг это как-то поможет. Естественно, блокирует обеими фишками. И, соответственно, наше существо разменивается на другое более-меньше. Да, это был плохой размен. Это вообще плохой размен. Ну, смотрите, я потерял два существа. 3-3 и 3-1. А он две фишки, 2-2. Которые, в общем-то, по сути, 1-1. Как плохо. Полуночное явление. Пожалуйста, положите на поле битвы две фишки существа. 1-1 белый дух с полетом, который становится существами. 2-2 белый дух с полетом. В общем, печаль. Что мы можем сделать-то? Набег. Не можем. Ну, тролля выведем. Не так, чтобы это было ему страшно, но... Еще одну ману, и можно паука вывести, тогда он сможет блокировать летающие существа. Плодовитое воображение. Выберите тип карты. Целевой оппонент показывает свою руку. Положите на поле биты две фишки существа, 1-1 зеленый сопролинг. За каждую карту выбранного типа показано таким образом. Ну, он говорит, например, существа. Значит, у нас их две. И он получает за это 4 сопролинга, которые 2-2, между прочим, становятся. О, как плохо. Блокировать мы не можем. Потому что у него существа с полетом. Ну, теперь-то мы можем блокировать существа с полетом, но легче-то не стало. Атаковать нет смысла. Надо каких-то хороших аур. Ну, он сейчас опять какую-нибудь пакость выкинет. Это ж... Хлебом не корми. И легендарная битва. Чары. В начале вашего шага поддержки, если вы контролируете 20 существ или больше, вы выигрываете партию. Ну, ему еще 14. Так, увеличение, конечно, штука хорошая. +7/+7. Можно даже его и, скажем, на паука. На нашего. Накастовать. Им атакнуть. Все равно он при атаке не поворачивается. Так что это можно устроить. И что он сделает? Только одним блокирует? Нет, одним. Ну, хоть пробиваем чуть-чуть. Видите, у него уже 11. Еще бы такую ауру, может, было бы стало неплохо нам. Но нет, он сейчас какую-нибудь пакость выкинет. Пожалуйста, капитан стражи.
Существо человек-солдат, бдительность, другие существа-солдаты получают плюс один, и имеют бдительность. И когда он выходит на поле битвы, положите на поле битвы три фишки существа 1-1, белый солдат. То есть сейчас он получает еще три существа, 3-3. Потому что тут плюс один, и от него плюс один. Так, это что? Уничтожьте целевой перманент, не являющийся существом. И да, мы сделаем, мы уничтожим вот эту гадкую карту, которая дает плюс один всем фишкам. Чем мы их слегка удивили, но не сильно. Так, что дальше? Можно попытаться атаковать, но. Ну, давайте попробуем. Атаковать. И при этом... Стоп. Атака. Стоит таймер. Регенерируем его. Ну, заблокирует кем-то, нет? Было бы глупо не заблокировать. Теперь что мы получаем в ответку? Раз, два, три, четыре... то есть это ж 9, 10, 11, 12, 13... потенциальных очков урона, и он же ж наносит этот удар. И что делать? Ну, будем тот, который 2-2 блокировать, и мы получаем всего-навсего 7. А тут вот еще что-то. Чар: если эффект должен положить одну или более фишек на поле битвы под вашим контролем, вместо этого он кладет на поле 2 раза больше таких фишек. То есть он сейчас какую-нибудь фишку выведет, или 2, а их будет 4. Так, опять чего мы? Ну, понятно, что мы паука положим. А у этих солдат-то бдительность, они при атаке. Не повернулись. Опять атака. Пожалуй, мы ее пропустим. Ну что? Что он выдумает на этот раз? У него 2 карты, причем они не кислые, наверное, там. Ну, хотя бы мы фишки ему подпортили. Ну, земелька, понятно. И кастует дюжина глаз. Ага. Положите на поле битвы 1 фишку существа 5-5 зеленый зверь или 5 фишек 1-1 зеленое насекомое. Наверное, это будет зеленый зверь. Нет, это, блин, 10 фишек зеленое насекомое. Ё-моё. Прям кошмар какой-то. Ну и что нам делать теперь? Так, если идти ва-банк, например, кастануть вот это, +3, +3. Будет 7, 7, 7. 14, 21. 21. Потенциальный удар, который мы урон можем нанести. Но он же заблокирует всем, чем можно. И у него останется еще после этого куча всего. Ну, я думаю, хуже уже не будет. Так что надо идти ва-банк. Так, теперь мы продолжаем. Даже можем регенерировать тролля, что, в принципе, весело. Атаковать. Всеми. Атака, таймер остановим. Троллиты мы регенерируем. Ну давай, или получай, или блокируй. Понятно, что он будет блокировать по-всякому. И мы победили. Все-таки урон оказался нанесенным правильно и нужно. Редкий случай. Это был 5-й или 6-й, уже 6-я попытка. Это радует. Так, на следующем бою нас ждет какое-то обличье дракона. Ну, это уже будет в следующем эпизоде. Спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.